За картинкой на экране стоит целая команда специалистов. Ежедневный труд корреспондентов, операторов, монтажеров и редакторов рождает актуальные выпуски новостей. Ученики школы театра, рекламы и кино уже знают кое-что о съемочном процессе. Ребятки у нас занимаются актерским мастерством, телеведущим, журналистикой. Им это очень интересно, попробовать себя на камеру, тем более в такой студии. Дети пока не решили, с какой профессией свяжут свою жизнь, и с интересом пробуют новое. С нетерпением заняв кресло ведущего городских новостей, учатся читать текст по суфлеру, вести себя естественно перед камерой и привлекать внимание зрителя. Здравствуйте, это городские новости. Меня зовут Катя Александрова. Владимир Бурматов помог южноуральцам добиться социальных выплат. Кирилл Песков в составе российской команды по баскетболу 3x3 выиграл серебряную медаль олимпийских играх в Токио. Это не просто экскурсия, а еще один урок для будущих режиссеров и сценаристов. В школе театра, рекламы и кино дети сами ставят спектакли, снимают ролики и изучают историю кинематографа. Наталья Шмухаметова, Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1.